Сосна растет. Интересно, да? Твою мать! Что за куст перед носом стоит, блин? Понимаю, я через куст перейду. Дрова приехали. Опа! Закрутило. Ни хрена себе. Там с этой стороны.
Тихо. Если что, да лучше там разверни. Ага, та же беда, понятно. Подходи, я стою. Все. Как на лыжах. Все заблокировали. Ну вопрос. Вопрос спорный, куда лучше ехать. И в речку. Да, но полный привод начинает сказываться. Блокировки нет, если послушать? У меня? У него. А, у него? Да нет, вроде все крутились сейчас колеса. Не, сейчас буксовала задняя левая, а правая не буксовала. Ну, значит, меж... как он? Ну, осево дифференциал. Да, осевого нет дифференциала. Не, он, видишь, он на первой спускается, вот вообще не буксует. Да ладно. А и вот, а это вообще. Что было? Так если он нажмет на тормоз, то тоже будет крутить. Да. Чувствую, не все так просто. Ёшкин кот. Пока это...
прокладка колеи, да. Видео. Видео включаем. Видео есть, есть видео. Пошел! А куда он? Может, взад сдать. Может, можно лучше сюда. Молодец! Давай! Молодец! Ай, молодец! Провалился. Не, это уже назад. Ну ладно. Дальше, есть. Все, права, проваливай, да? Ну теперь другая проблема. Сейчас рухнет. Все, рухнул. Слушайте, может ему тоже цепи попробовать поставить? Эти, как они? Могу уехать. Мне надо цепи снять. Иначе будет сложно. Да черт он, тут их две только осталось. Одну я сейчас потерял. Две там на подъеме слетело. Одну еще раньше я снял. Ой.
Все, стол унесли. А теперь и табуретка. Да, табурет. Там снег лежит. Одному переднюю, другую заднему. Чтобы с передачи включили одинаково. Ты переднюю ты Он бы мог бы и обратно по дамбе проехать. Ну, мог бы. Ну, нет, сейчас хорошо выехал. Не, он как сюда, он... Ты гавкаешь.
тюкал неоднократно. Вот вы там цепанули, где номер, ага. Там, где вот номер. И получается, 85 километров мы прошли всего от города. От города 85 километров. Ага. Ну все, поехали. Ну все, счастливо. Все, счастливо. Ну, расход был сейчас большой. Для меня большой, почти 9 литров. 9 литров.